Вітаю на каві. Сьогодні вона в нас із Булгаковим і із Маяковським. А представлятиме їх наш земляк Максим. Максиме, вітаю. Прізвище твоє Булгаков. Привіз ти у Суми свого Маяковського. Ну, а тепер про все це у деталях. Як таке трапилось у житті твоєму? Чого мій Маяковський? Причому акцент саме на маяк. Маяк. Почему маяк? Потому что, по моему глубокому убеждению, у каждого человека в жизни любовь должна быть его маяком. То есть все, что не происходит с ним, он делает ради любви, ради достижения любви. И перед ним, вот как маяк, как свет, куда он должен идти, это в любовь. Все ж таки любовь. Тоді про чим тут Маяковський? Через призму стихотворений Маяковського, через знання і понимание, я так думаю, що я понимаю його творчої натури, що він делал тільки все із-за любви, ради любви і по любви. І всі його отношения странные, которые ми знаємо. Это любовь. Все, что с ним происходило, это любовь, и это он выражал в своих стихотворениях. Знову ж таки, твоє розуміння и твоя интерпретация. Да, исключительно. Я не претендую на... Истину в последней инстанции. Да, не претендую. Могут критики разные говорить, литературоведы, искусствоведы, как нужно читать Маяковского, что он там закладывал. Искусствоведы все это изучают. Я на это не претендую, я вот как творческая единица, скажем так, беру вот его стихотворение. И я читаю и вижу то, что я понимаю, то, что я хочу там увидеть. И я хочу донести до зрителя посредством его стихотворений, что я понимаю в этих стихотворениях и что я хочу сам лично, как Максим Булгаков, сказать зрителю. Поэтому... Маяковский, мой Маяковский. Не просто Маяковский, а мой Маяковский. Это очень важно. И тот же мой маяк. То есть, ты знаешь, что Маяковский мой маяк? А то, о чем он пишет, это мой маяк. Любовь в творчестве Маяковского, да. А твой маяк. Да. Я правильно интерпретировала? Ну, практически. Почти. Да, где-то рядом. Путь этот давай исследуем, начиная с того, что ты родился в Сумах. Да. И учился ты здесь. И горжусь этим. А давай теперь по порядку. Ты же не сразу пошел в актеры, скажем так. Нет. Был еще Сумской государственный университет. Факультет да. Какой? Экономический. Как потом ты попал в артисты? Начнем с того, что я всегда экономик мечтал... Экономик не получился, я так Нет, понимаю. Слава Нет, слава богу, для нашей экономики это большой успех. И образование ты это не закончил? Нет, я закончил. Закончил? То есть диплом у тебя есть? Да, но я защищался по отделению маркетинга и делал анализ рынка шоу-бизнеса города Сумы, Сумской области. Например. Ну да, на примере своей дипломной работы, которую я защищал в Киеве, это театральная постановка «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон по Ричарду Баху, вот, и другого произведения. Сравнивал, делал маркетинговые расчеты, анализ, вот, опросы, соц, все как бы, что нужно. Поэтично он об этом вспоминает. Да, потому что это был целый путь, и я благодарен этому пути, потому что если бы не университет Сумской государственный, я бы никогда не читал стихотворения, потому что есть такая хорошая очень традиция в университете, как «Золотой интеграл». То есть это что-то типа «Алло, мы ищем таланты», но это «Золотой интеграл». И когда я пришел на первый курс, оказался Костя Карих такой, да, человек, знаю, такого, знаете, конечно. Да. Вот. И он мне говорит: Максим, вот тебе Степан Руданский, письмо турецкому султану. И мы начали работать, и получилось это стихотворение. Вот. Потом так получилось, что мне в руки попался Маяковский. И в
все. И накрыло. И в результате, я когда... Я влюбился в Маяковского. Да, да, я делал постановки разные, сам читал. И когда я выпускался из университета, даже стыдно получился такой бенефис, ну, грубо говоря. То есть я там танцевал и около 7 произведений Маяковского рассказывал. То есть и студенты, а студенты – это самая жестокая публика, вернее, жесткая публика. И справедливая публика. Бесцеремонная еще ко всему прочему. Ну, не знаю, как сейчас, но на то время... То есть, если им не нравится, они встают и уходят. Я об этом же. Да. Если им нравится, они сидят и слушают с удовольствием. Но сидели, слушали. В общем, это испытание ты прошел. Где на пути к диплому экономическому случилась еще и актерская профессия, уже как бы путь к обучению? Актерская профессия случилась благодаря моей партнерше Оле Бугаенко. Она танцевала в одном клубе, я танцевал на то время уже в другом клубе. Я сначала Маковецкого занимался, а потом Гранины. Вот. И так получилось, что уже пора заканчивать было со спортивным бальным танцем. Очень активный студент был очень. Да, да. И Оленька мне предложила создать пару, чтобы делать номера. Вот. И пойти в театр наш, устроиться артистами балета, чтобы работать вместе, создавать номера, творчески существовать. А вот уже вот там вот, я понял, что я хочу быть, окончательно я понял, что хочу быть актером. Потому что все как-то мимо-мимо, сначала экономический, потом университет культуры, вернее, это параллельно. Вот, и все никак на актерский я не поступал, но начал школу вот в актерскую в родном мне театре, в театре Щепкина. Это было? Когда это было? Так, я закончил в 2005. Можно вспоминать по режиссерам? Это был 2000. С кем ты работал? Меня брал еще на работу, был в худсовете Игорь Левинец. Он в составе худсовета меня принимали на работу, а сейчас он успешно работает в нашем театре. Опереты. Вот, он пришел туда после того, как я туда пришел, через несколько лет. И мы там вот встретились. И то есть ваши пути пересекались здесь и пересеклись там? Да. Это очень забавно, и он успешно там растет, развивается, и как вокалист блестящий. Отзыв про Левинца мы услышали, теперь возвращаемся к твоей персоне все же таки. Щепкина, сколько лет ты работал в театре в нашем доме? 2,5 года. И? Что это было? Это были роли, это был балет, в чем ты был? Я был артистом балета, я танцевал как артист балета. Потом у меня была практика, я поставил как балетмейстер сказку «Бременские музыканты». И благодаря Елене Зарицкой я вошел в состав актерский. Вот так. И понял, что могу, да? И понял, что... Сначала режиссер понял, что ты можешь, а потом... Да, да, да. И вот «Сокол» тоже, она начала со мной работать. В концерте, посвященный 9 мая, Дню Победы, я читал стихотворение, посвященное этому дню, очень такое драматичное. И вот все как-то. Маяковский все это время тебя сопровождал, да, или да, нет? Да, да, все время. А какое любимое стихотворение Маяковского у тебя? Или это просто какое-то из них связано с определенным периодом жизни? Вы знаете, вот там спрашивают про кредо. Такого кредо нету, но вот любимые строчки, которые действительно заставляют тебя держаться на плаву и что-то делать, это светить всегда, светить везде, до дней последних донц, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. У Маяковского есть еще и детские практические стихотворения? Да, есть. Да? Можешь процитировать или нет? Очень неизвестный Маяковский, как плыли по небу тучки. Тучек 4 штучки. Да, да, да. Да, 3 из них люди, а 4-я верблюдик. Да. Тебе знакомо такое стихотворение? Да, да. А еще я его дословно не помню, про верблюда тоже. Ой, сейчас не вспомню так быстро. А на Ютубе очень популярно видео «Долг Украине».
Да? В твоем исполнении. Серьезно? Кстати, да. Не видел, нет? Нет, что популярно, нет. А в каком году оно тобой прочитано было? Это было до премьеры моноспектакля, да. Этого спектакля. Это было до войны? Или война уже началась? Это как раз вот... Это вот-вот начало. Говорю себе, товарищ москаль, на Украину шуток не скаль. Разучите эту мову на знаменах лексиконах алых. Эта мова величава и проста. Чуешь, сурмы заграл, час расплаты настал. Что может быть из трепа недотише, слова паистанского слышишь? Много слов придумал вам, взвешивая их. Одно хочу лишь, чтобы стали всех моих стихов слова полновесным, как слово «чуешь». Трудно людей в одной столочке, с собой и чуясь не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи. О чем спектакль? О любви. Вообще. Меня сегодня спрашивают, спектакль, моноспектакль. Как один человек может приковать к себе внимание? Что он такого должен рассказывать, показывать, о чем говорить? И как это делать, чтобы зритель сидел и не уходил? Я не знаю, как это делать. Я знаю только одно, что я хочу сказать. То, что я хочу сказать. А что ты хочешь сказать? Я хочу сказать... Как долго ты говоришь? Я где-то час десять. Час десять ты говоришь? Я говорю, да. Я говорю и словами Маяковского, и своими словами. И все это о жизни артиста. Это один день из жизни артиста. Затрагивается несколько линий. И своя любовная линия, и вопрос не то чтобы национальный, а человеческий. Вопрос. Как затрагивается вопрос социальный абсолютно, то есть как быть, как существовать, к чему стремиться, что может тебя ищет путь, тот путь, который правильный, который может оставить тебя на плаву, в жизни в этой оставить, не просто существовать в жизни, а жить. И приходим к тому, что без любви ты никуда. Ничто не важно, если нет любви. То есть... У меня завтра выступление. Придешь? Да, для тебя только танцевать будет. Отдал свой талант на революционное обновление жизни. Хочу любить, творить и наслаждаться. А мне наплевать! Смокинг, что барен, побрить, что надо, погран по опере. Гуляю грандом, смотрю в антракте. Красавка на красавице, размяг характер. Все мне нравится. Сколько лет тебе тогда было, а? Молчишь? Молчи, 100 лет мне это надо. Зритель после спектакля выходит с пониманием или с вопросом на глазах? Понятия не имею. Ты не общаешься со зрителем после спектакля? Нет. Почему? Не было такой практики. Еще я не успел. Наверное, надо будет ввести. Сколько спектаклю исполнилось? Месяц? Год? Вы знаете, еще года нету. В декабре была премьера. Но я знаю вот одно, что есть сторона критиков. Ну, их меня удивило и порадовало, что, в принципе, сторона критиков достаточно благосклонно относится к этому спектаклю. Но те актеры, которые смотрят это, и которые каждый день выходят на сцену, вне зависимости от того, что у них случается в жизни, и радуют зрителя, они больше понимают, что я хочу сказать, потому что это про них, в частности, и про Валентина Бурова тоже. Потому что я этот спектакль в сумму привожу как памяти Валентина Бурова. Потому что это, я считаю его своим другом и учителем, как
какой-то степени. Да, потому что он мне даже дарил 12 томов Маяковского, когда я ему говорил, что я хочу работать. Он мне показывал переводы, когда стоял вопрос, на каком языке делать. Вот, переводы показывал на украинский язык Маяковского. Свои переводы дарил и Филатова, и других авторов. И свои произведения. У меня целый сборник его произведений. И мы долго вот на этой квартире сидели и разговаривали о моей жизни, о его жизни, о театре. Меня заинтересовала фраза о переводе Маяковского. На украинский язык. На украинский язык? Да. Как это звучит вообще? И зачем? В принципе, это звучит. Это звучит, потому что сам украинский язык – это неимоверно красивый язык. Но Маяковский это писал на русском. Русский мы понимаем. Зачем? Я не знаю. Это сложный вопрос, который особенно сейчас очень сильно бьет. Очень сильно бьет. В каком плане очень сильно бьет? Очень тебе много, запрещает очень, кто-то читать Маяковского на русском? Очень много начинают... Я не люблю, когда спекулируют. Я не люблю, когда искусство используют и на нем спекулируют. Это неправильный путь совершенно. То есть, если Маяковский так писал, то неважно, я в Украине читаю его на русском, неважно... Это не тема, не камень преткновения, понимаете? Это он вне политики, он... Это Маяковский. Я не понимаю, зачем его переводить. Я тоже не понимаю. Ну, перевод... Нет, ну, понимаете, это что же, если перевод качественный, это тоже работа поэта украинского. Это тоже очень важно и очень нужно. Ну... Все стихотворения, которые мне нужны были для, а их более 16, невозможно найти украинский перевод, хороший перевод, а заказывать это очень дорого. То есть ты читаешь и на украинском, и на русском? Нет, я читаю только на русском. Хотя в стихотворении «Долго Украине» там есть строчка по-украински, но Маяковский писал это специально по-украински, и туда это ложится, в это все. Канву этого стихотворения, понимаете? И то, как он относился к Украине, когда думаешь, что вот Маяковский, там, паспорт, и рябчиков жуете, это, ну... Я еще почему беру Маяковского, потому что мне обидно, что в школах не знают Маяковского. А он романтик бешеный. У него такая вот человеческая, не то что животная такая энергетика в этих стихотворениях. И он меня поражает тем, что, хорошо, если мы говорим там про советскую, вот он любил советскую власть, он об этом писал. В тот период, когда любил? Когда любил, он искренне это делал. В тот период, когда он начал сомневаться, он об этом писал. Все честно. Почему его ненавидеть или запрещать, или еще как-то? Я не понимаю. Долго ты работал над этим спектаклем? Ну, ты сам писал сценарий. Да. То есть, сколько эта работа у тебя отняла времени или, наоборот, доставила массу удовольствия? В какой период времени? На самом деле, писать самому сценарию – это очень мучительно. Я хоть и по фамилии Булгаков, но я не Булгаков Михаил Афанасьевич, к сожалению. А может, к счастью, не знаю. Ну, попытался, по крайней мере. Это очень мучительно. Как это все, как это сделать. Просто есть поток мыслей, который вот с университетских лет накапливался. Точно так же, как и «Танго жизни». Благодаря Сумскому государственному университету, благодаря абсолютно свободному, демократичному волеизъявлению на сцене. То есть я делал там все, что хотел. Для зрителя «Танго жизни» это первый спектакль Максима, правильно? Да. Да. Все, что хотел. И это мне позволило почувствовать себя силой.
Если бы я учился только в Киевском университете культуры, где это практически невозможно было сделать, я бы, наверное, этого ничего... То есть все не приходит вовремя? Да, и не зря. Вот не зря, что я учился, хотя по прямой профессии я не пошел, и слава богу, и я считаю, что это сделало большое одолжение нашей стране, что я не пошел экономистом работать. И все, если кто будет слушать мои однокурсники это интервью, они поймут, о чем я говорю. Сколько в твоем списке уже сыгранных ролей театральных? Не так много, хотелось бы больше. Каких хотелось бы? Ну, эту роль, мой Маяковский, для себя ты придумал сам. Да. А каких хотелось бы дальше? Что ты будешь сам себе опять дальше придумывать? Да хотелось бы, чтобы уже кто-то ко мне что-то придумал. Потому что самому очень сложно все делать. Ты что? Очень сложно. Это неимоверно сложно. И еще плюс большая ответственность. То есть ты отвечаешь за все. За то, как ты это сделал, за то, как кто-то сработал там со светом, со звуком. Декорации, все, ну, весь производственный процесс на тебе лежит, и это очень тяжело. А актер должен все-таки выспаться, прийти отдохнувший, настроиться и работать только своей частью. Это в идеале. Так не бывает. А так, к сожалению, да. Поэтому очень хочется, чтобы кто-то что-то придумал. Что ты хочешь, чтобы для тебя придумали? Я хочу сыграть идиота. Я не говорю, что я хочу сыграть Гамлета, потому что я еще пока не хочу сыграть Гамлета. Я люблю очень такие острохарактерные роли на грани сумасшествия. Ну, вот, из классики яркий представитель это Мышки. Ты Миронова видел в этой роли? Да. Что скажешь? Потрясающе. Хочется переиграть? Нет. Нельзя так ставить себе задачу. Нужно сделать его своим. И это должно быть убедительно для зрителя. Ты привез моноспектакль в родной город. Это особое ощущение? Невероятно особое ощущение. Очень боязно. Очень боязно, потому что... Придут друзья, знакомые, однокурсники. Да, не просто друзья, знакомые, а достаточно интеллигентные люди, знающие люди, понимающие люди. Которые тебя знают, опять же. Да. И журналисты, не работать журналисты придут, а по призванию люди журналисты, да, которые в искусстве что-то понимают. И придут просто и учителя, и педагоги, которые много чего знают, понимают, чувствуют. И чтобы достучаться правильно до них, это очень большая ответственность. Артисты валерьянку пьют перед спектаклем или нет? Или успокаиваются как-то по-другому? Нет, нельзя перед спектаклем успокаиваться. А что надо делать? Нужно нерв найти. Правильный. Ближайшая перспектива твоя в творчестве. Как ты себе это определяешь, как видишь? Меня режиссер пригласил, Максим Галенко, ставить в ровно белую ворону. Очень серьезная работа. Сейчас мы работаем... Тоже из Сум, актер сейчас в театре на Подоле, Артем Мяус. Мы сейчас делаем с ним антрепризный спектакль «Реинкарнация» по Горину. Это сын нашей коллеги. Да? Да. Прекрасно. Артём вот Мяус. С ним мы репетируем. Замечательный актер, и я у него очень многому учусь. Вот. Потом еще один интерпризный спектакль с моим тоже учителем Федоровым Владимиром Ивановичем, режиссером. Делаем белорусского автора Андрея Карелина «Небо успеет» проект. Вот. И я еще угораздило меня поступить на режиссерский факультет в университет, театральный университет. В общем, заниматься есть чем. Дальше у меня по плану Чехов, рассказы Чехова театральные. В общем, и планы, и мечты семья, есть. Семья, дети, дом, дерево. Никаких планов вообще. Как получится, как пойдет. Да. Кто успеет понять, простить.
и принять. Просто сиюминутное желание. Процитируй что-нибудь из Маяковского. Что первое придет в голову? Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб. Шикарно.